Всем добрый день! Сегодня у нас микро-анбоксинг. Одна очень маленькая головоломка. Я ее считал потерявшейся на почте. Но все-таки Почта России решила мне ее доставить. За что и, конечно, спасибо. Уже и не надеялся. Это двушечка от компании Шенгшоу серии Jam. Достаточно интересная серия бюджетных кубов. Выпустили уже двушка, трешка, четверка и пятерка. Трешка отличная, бюджетная. Четверка тоже неплохая. Все они в едином стиле. Посмотрим, какова двушка. Если вспоминать, еще серия Легенда есть у компании Шенгшоу. Также все те же самые кубы были выпущены. Вот трешка тоже очень хорошая, четверка неплохая, а вот двушка мне не понравилась. Сейчас сравним, что с этим. Так, быстренько. Инструкция во много раз больше, чем сам куб. Но ничего сверхоригинального тут нет. Коробочка, ну, обычная для серии Jam компании Шенгшоу. Иероглифы. Как обычно, компания Шенгшоу не клеит никаких логотипов. Да, и мои самые страшные опасения подтвердились. Если кто помнит в анбоксинге вот на эту двушку, я очень сильно расстроился, что компания Шенгшоу я такого не ожидал. Чего я не ожидал? Смотрим, здесь болт есть, а здесь уже нет. Здесь. То есть конструкция, имеющая всего лишь 3 болтика для регулировки. Такое строение было на старых двушках, и более-менее современные кубики 2х2 уже перешли на конструкцию с 6 болтиками. Ну, соответственно, кручение в более современном механизме было гораздо лучше. Здесь же что мы видим? Мы видим точно такие же пластинки. Та же цветовая гамма, что и остальной серии. Но, опять же, болта нет. Болт есть. Нету. Есть. Конструкция из 3 болтов. Уже сразу что-то становится грустно. То есть компания Шенгшоу выпустила также наборы от двушки до пятерки бюджетных кубов, как и компания Кубинг Лансром от Мойо. И продаются они примерно по одной и той же цене. Но в комплекте от Кубинг Лансром замечательная двушка MF2S. Отличная просто. Бюджетная. Трешка MF3RS. Ну и неплохие четверка, пятерка как бюджетные. Тут же к трешке, четверке претензий нет. Но двушки что-то подкачали. Попробуем покрутить. Ну, что можно сразу отметить? Конечно, очень тугая. Надо ее расслаблять. Ну, крутится не так отвратительно, как я боялся. То есть, если бы я ее вращал просто так, не заглядывая внутрь механизма, то, может быть, даже не заметил сразу. Но по-любому надо ее сильно расслаблять. Если возьмем Легенд, гораздо громче двушка. Это потише. Это тоже достаточно шумно. Будет, наверное, у меня исключительно коллекционные вещи. Поскольку устарелость механизма не позволит ей
занять, ух ты, достойное место среди всей моей коллекции. Грустно, но все не так уж и плохо. Не советую к покупке двушку серии Jam. Трешку-четверку, пожалуйста. 2x2 пока что нет. Из коробки мне не нравится. Еще одну сборочку сделаю. Но опять же, настрою, прокручу какое-то количество сборок и уже составлю отдельное мнение. Пока вот локапы все заедает, я ошибаюсь, все очень грустно. Двушка красивая, но крутится, по крайней мере, из коробки, неважно. На этом все. Микроунбоксинг должен быть коротким. Всем спасибо, всем пока.